Короче, если матрос вылетает, играем дальше, да? Ну, я да. Скажу, то, что я вылетел. Что за музло ебашит там? Не, я, сказал, я, имел, я говорю то, что я если вылечу, я сразу скажу. Ты чё, гим, блять, вам? Чики-пибарум этот. Чики-пибарум. Чики-пибарум. Чё, давай, собрались. На победу. Стадион, конечно, потрясающий. Здесь, как всегда, их вот тоже. Эти ребята очень здорово. Санья. Спину смотрите. Теряют они мяч. Стоит отметить четкие назад, действия игрока, вернувшего перевести мяч своей команде. Хорошо. Хорошо они мяч переводят. Играет он на партнера. Видит игрока впереди, понятно, и отдает ну, пас хорошо на ход. Красивый удар для пионерской правды по выражению классиков. Вратарь тоже был. Да, таким ударом отличиться шансов было немного. Крайне плохой пас получился, мяч перехвачен. Через... Ага. Паста Топлс. Мяч у соперника теперь будет. Альвес Дасиль. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Тащит он мяч вперед сейчас. Отлично сыграно. Очень вовремя защитник мяч вынес. Куарежма Бернар. Хороший пас на ход. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Фол. Арбитр назначает штраф. И благодаря игре вратаря счет на табло все еще ничейный. Он в очередной раз спасает свою команду. Не зажимайтесь, ребят. Хорошо. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел. Туля, берись ее. Вводит мяч у них. Куарежма Бернардо. Открыт же это матч, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. Ой-ой-ой. И вряд ли он штанга, станет последним в этой встрече. Пас на фланг. Очень хорошо. Через центр, центр открыт будет. Атака продолжится через фланг. Санья. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Блять, а что не такое? Получилось у них мяч удержать. Совсем не точный удар получился. Да, но все-таки ударить. Спокойнее, так, что? Дело у него не получилось. Не идет мяч, куда посылает вообще. Диас. Мяч перехвачен, Клоксон. В атаку они переходят. И это удар! Какая нормально же играли, вы чё, ребят? Да, этого прессинга не было, этим ощущают центр. Вот. Дальний смотри. Да его сейчас особо нет. Центр, так. Центр стоит, вот высокий. Они, он ощущает. Вылетел или что у них? Да, у него его не было. Не стал он подавать через пас угловой разыгрыв. По мнению Лайтсмена, вне игры находился нападающий. Блядь, ну какой-то, блядь. Опускается глубже в поисках мяча. Ох, как да хорошо сыграл на перехвате сейчас.
так же должно было. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Удар! Отличное спасение. Отбил мяч вратарь. Не думайте вы, что это Овка, нахуй. Играйте спокойно. Да-да-да. С Овка начинаем. Тут не в спокойствии дело. Тут ломает игра сама. Не дает ничего. Санья. Пробил! Чуть выше ворот. Опасно было. Удар ловленный на перехват выдается прямо вот по этой территории в тайминг. Это все. Диас. Привет. Ну, то, что я говорю, так что играй. Меняйте по ходу, что-то смотрите, не идет одно, другое пробуйте. Отличный отбор мяча. Где-то на храпа моет придется брать. Без тонкости. Нужно переводить. Центр есть. Центра не бросают периодически. Обратите внимание. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Очень вовремя защитник играет на вынос. Давай на дальний, Игорь. Хорошая возможность. У меня игрок метро 72. Ну, пробуем. Идет в штрафную мяч. Блять, я хуй его знаю. Ближе к вратарской. Ближе, Миша. А он через меня перелетит, я спробовал. Флайк, быстрее, чего ты ждешь-то, блять, один был. Кому бросил? Сопернику. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Смотри. И разрезающий пас на пол. И пробил. Нормально, нормально. А вот посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Очень уверенно защита останавливает эту атаку. Бровку. Бровки. Под него. Я добавляю 3 минуты. На другой фланг мяч переводит. Да, так положил. Блять, ну. Ну, для них. Собрали. Дальний, держите. Вперед он идет. Один мульту. Хуета. Вообще, вата, блять, обрезная. Хуй, да и вот сильно дал бы открытый игрок, блять. Он идет хуй знает куда. Коротким тоже давал. Пробую по-разному. Коротким. Пробую по-разному. Да еще даже нам, ебать. Мне ничего не показали, блять. В центре только не бегай, да хуя, все. Да, я бы забил, потому что просто мой, блядь. Ну, я там не забил, парни. Вот там, да, скатился. Я бы так закатил, мы удалили. Давайте, поехали сейчас. Особо терять нечего. Погнали. Да, в принципе, терять нечего. Топ-10 нужно взять просто. Ну. Повыше играем, блядь. Второй тайм начался. Не смогли они мяч удержать. Попасть от Тополос. Беда у них сегодня с контролем мяча. Да я не ему давал. Отлично сыграл. Давайте просто в пасик выйдем спокойно. Да-да-да. Разверните. Есть у него с кем сыграть в атаке. Отлично. Только вот отлично.
Там уже мог. Ну, я бы там. Питер стал, ебать. Самое время, блядь. Нет, не дошло. Молодой. Надо постараться доставить мяч. Через второй темп разверните в таком случае, как сейчас был. Очень здорово он в перехвате сыграл. Все. Мяч у соперника. Ой, теперь. Блядь, пихнул. А, у меня заготовочка, блядь, ёб твою мать. Блядь, пихнул, вообще, ну нет. Ну еще... это, блядь, это игра, пацаны. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Это просто игра, блядь, кузни строят. Ну, счет теперь, кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Нехуй было по 8 забивать, блядь, тренировочка. Да ладно, сейчас все отыграем. Еще не пришлось, мяч сам пришел. Не вижу посылок. Представляете, что у вас как стаз заиграли при 2-0, нахуй? Все в ноги налаживали. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющих. Неудачная передача, мяч прямо в ноги сопернику. Еще много времени до конца матча, 30 минут. И через край пошла атака, тут есть немножко свободного пространства. Отлично, защитник сыграл и разрядил ситуацию. Влад. Хорош. Есть игрок впереди, пройдет передача. Ты смотри, блядь, ускорился. Пиздец, блядь, просто. Выброшена на берег рыба, атака этой. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Разгадали замысел соперника. Они... Удар! Нормально. Пробил на исполнение, но немного сильнее, чем следовало. Поджимайте там, перекрывайте ракову. Это аут. Вперед, Брош. Снова они теряют мяч. Катают они мяч. Так, неплохо. Какой опасный удар получился. Опасно. Мяч разминул со штангой каких-то считанных сантиметров. И будет аут. Какого разберите? Хороший пас получился. Казалось бы, уверенно команда продвигалась к воротам соперника, но в результате потери мяча. Основное время истекает через 20 минут. Входит мяч у них. На нахуй, просто ноги вырвали. Можно пробить. Ну что? Вот этого 21-го держи. Попасть в ворота отсюда. Хорошая возможность. Уже и босс нормально раньше штрафного. Разминка для вратаря. Намертво ловит он мяч. Поднялись, поднялись. Все защита поднялись. Твой матрос, что ты там остаешься? Я с ней, блядь. За мячом смотрел, куда летит. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Подача в центр штрафной. Хорош. Он явно, блин, задумывал немного другой. Поднее, надо прессинговать, иначе, блядь, времени уже хуйня осталось. Игроков разберите, два игрока в центре, куда вы смотрите? Очень громко свистят болельщики с гостевого сектора, сейчас хозяева откровенно тянут время. Да, совсем не красит это наш матч. Для гостей сейчас очень неприятная ситуация, они проигрывают, да еще и откровенно игроков провоцируют сразу разобрать. Их соперники. Подать могут хозяева. Хорошо. Без мяча остаются они. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. И как он дальше мячом распорядится? Пошел, арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Верный момент, чтобы забить со штрафного. Через короткий пас сыграли. Правый. Теперь мяч с ноги игрока практически. Просто красавец. Просто красавец. Тут добавить больше нечего.
Помогает ему партнер в атаке. О, сейчас. Ну, верни обратно. Высокий прессинг у соперника. А он тебе продлил. Ты видишь, что я, блядь, нихуя даже не успел сделать, он меня сожрал просто, блядь, сразу. Смотри на его стамину и на мою, блядь. Играют они в пас. Нужен навес. Надежная игра в защите. Почему стамина? Ну, я вернул корпус в сторону и защитника на штамбал, но сразу. Причем стамина, действительно. Он на желтую, подайте. И решили разыграть побыстрее угловой. В ближней штанге навес. Вратарь легко забирает мяч, но не бросит в свои ворота. Альвес Дасиль. Есть свободное место на фланге. И на фланг он пасует. И мяч переходит к сопернику благодаря прессингу. Играет он на партнера. Он красит, и мяч летит. А должен был забить. Забить! Собственно, да, тут трудно с тобой поспорить. Здесь он именно для этого. Забивать голы. Кирилл, поднимайся быстрее. Сейчас повезло просто. Как здорово он игру читает. Катают они мяч. Отдает он передачу. Еще пас. И что дальше тут будет? Играет в пас команда. Блять, ну это не пенка нахуй. Зато мы Динамо там обыграли. Удар напрашивался. Не отдает мяч под прессинг. И матч завершен. Сегодня одна из команд. Спасибо. Ну это все из-за Вадима. Че, вы расстроились так себе, парни? Ты че расстраиваешься? 15 ударов против 4. Но проебали и проебали, это и похуй. Плюсую. Мы сделаем вывод, бля. Кстати, выебем по второму кругу в него. Да они на самом деле хуйню показали, это мы, блядь, мозги ебали. Вот хуйня просто. Первый из первых танцев мы побрезали, обрез набрезали, обрез набрезали. То, что мы 2-0 проиграли, нам еще повезло. Мы могли в первом тайме там накидать пиздец, что он убил. Да второй гол, сука, ебаный, блядь, отбил, нахуй, ебучая анимация, блядь, опять пошла. Ты отбил, я выбил, блядь. А так нормально сыграли.